Всем доброго времени суток, ребят. Вот смотрите, я говорил, что будем переселять Дафни. Здесь я оставил популяцию маленькую, там, не знаю, где-то 50 мошек. Больших штук 10, остальное мелочь, то, что не поймал. Переселил я это все дело вот сюда. Вот как видите, здесь свет, да, крышка. Вот. Крышка закрытая и аэрация. Аэрация в самом уголку. Здесь у меня уже была Дафни. Так, сейчас я ее покормил. Вот мы видим, плавает Дафни. Он просто покормлено уже. Чуть так плохенько видно. Вот. Это вся Дафни, та, что была в этом 2,5-литровом аквариуме. Вот. То есть, вот такой объем. Вот. Это я не чистил, здесь вода была, это здесь я держал самцов первокохромисов в этой банке, так как у меня не было банок и некуда было деть первокохромиса самцов, у меня более 10 штук взрослых особей. Вот. Банка сейчас как освободилась, я снова сюда заселил Дафнию. Свет постоянно включенный, круглые сутки, аэрация минимальная, еле-еле. Вот. Посмотрим, будем наблюдать, что дальше. Скалярии, со скаляриями все нормально, кормлю два раза в день, живой артемией крупной. Здесь все нормально, то есть все хорошо. Еще есть такая маленькая, да, кстати, вот эта Дафни, я тоже покормил, ее сейчас не видно. Но это очень странная Дафния, потому что я не вижу в крупных особей. Она вся очень-очень мелкая. Это не Маина, ребят. Это вообще не знаю какие-то... Не знаю даже, что за вид Дафни. Ну, посмотрим, пусть растет. Кормил сегодня дрожжей, добавил спирулиной. Сейчас еще одну новость покажу. Так, а вот и новость. Вот. Вот такая бочка. Вот такая бочка. Она в принципе большая, да. Вот у меня, я не знаю, она мне в принципе по пояс, да. Я вот не знаю, то ли ее обрезать вот еще вот одно кольцо, чтобы было удобнее работать, или оставить такую высоту. Вот хочу сюда тоже рыбу запустить. Сейчас нужно продумать фильтрацию. Вот. То есть в принципе уже начал думать. То есть как забор я уже придумал, а вот подачу, так как емкость круглая, я думаю, что подачу нужно давать как-то, чтобы она по кругу шла, чтобы циркуляция шла воды по кругу. То есть забор должен быть в центре и в самом низу. Вот, ну, как-то так, что-то будем думать. С освещением я уже здесь продумал все. Осталось только фильтрацию продумать. Ну и, естественно, грунт. Тоже какой-то грунт сюда нужен. Вот такие вот новости на сегодня.